Запомните одну вещь. Есть так называемые новые люди и старые люди. Они это озвучили, когда они открывали якобы этот университет, куда пытаются спилить деньги под строительство на ВДНХ. Больница Майбутнего, да. Больница Майбутнего 2. Так вот, они сказали, что есть новые люди, которым старые люди мешают жить. И старые люди — это я, вы, все пенсионеры, все остальные. Мы все мешаем им жить. И они за счет того, что они сокращают население путем отправления в гроб или за границу этой страны, уменьшают давление пара в этом чайнике. Вот что они делают. Они занимаются банальным геноцидом. И все эти разговоры о том, там тарифы социальные, это все в пользу бедных. Еще раз говорю, люди пришли заниматься банальным геноцидом и выкачиванием бабла из этой страны для себя лично. Точка.